В Рыбинском драматическом театре состоялся открытый урок английского языка, посвященный дню рождения первого русского театра. Урок прошел под названием «Мы любим театр». Приглашены на него учащиеся 8 классов разных школ, а также их педагоги и заместители директора по внеклассной работе. Данное событие – это у нас очередное по реализации закона Ярославской области о памятных датах и праздниках в Ярославской области. Основное предназначение всех уроков, и сегодняшнего в том числе, это, конечно, формирование региональной идентичности, как бы это громко ни звучало, а для нас, наверное, ценно еще тем, что все-таки Ярославская область, город Ярославль – это родина рождения первого российского театра. Открытый урок прошел в форме диалога с учащимися об истории и традициях русского и английского театров. Школьники рассказали на английском языке о Волковском театре и известных постановках английских писателей и даже показали несколько миниатюр. Как настоящие актеры, они разыграли на сцене известнейший монолог «Быть или не быть Гамлета» из одноименной пьесы Уильяма Шекспира. И, конечно же, не обошлось без Ромео и Джульетты. День рождения театра имени Федора Волкова состоялся 29 июня этого года. Ярославская область является родоначальником русского театра, поэтому рыбинские школьники не смогли оставить эту дату без внимания. Таким необычным образом было отмечено 165-летие в стенах родного драматического театра. Поэтому говорить о такой памятной дате, как рождение Волковского театра, невозможно в каких-то других стенах, поэтому это все происходит здесь. Ну и сегодня необычно еще тем, что этот урок проводит учитель английского языка, и урок пройдет несколько в духе Шекспира и с использованием как раз англоязычной речи. В рамках урока предлагались и профориентационные занятия, знакомство с профессиями театралов, выступления специалистов Рыбинского драматического театра. А кроме театральных постановок, урок разнообразили видеопрезентациями и музыкальными произведениями.